За 120-летнюю историю нашего города всего лишь 34 человека удостоили звания почетного жителя Новосибирска. Именно им и посвящено вышедшее в свет специальное иллюстрированное издание. В книге очерки о людях, чьи фамилии хорошо известны большинству горожан. Академики Лаврентьев, Мишалкин, Коптюк, митрополит Тихон, спортсмен Карелин, директор зоопарка Шило, дирижер Кац. Вот далеко не весь перечень знаменитых личностей. Эти люди, в общем-то, не только выдающиеся ученые, выдающиеся писатели, замечательные звездные актеры, ну и главы города, но и те, кто, в общем-то, был не замечен ни прессой, ни высокими званиями. Это рабочие, это строители. Это, пожалуй, такие самые простые люди, которые, в общем-то, просто любили наш город. И часть этих очерков сделана на основе очерков, написанных 20, 30, 50 лет назад. И за это мы благодарим наших коллег, которые на протяжении многих лет собирали материалы о выдающихся новосибирцах. Примерно половина всех героев книги в пятницу лично получили ее в подарок на официальной презентации. Тираж небольшой, поэтому практически все экземпляры пока уйдут в библиотеки, школы и музеи города, рассказывают авторы. Добавляя, что если понадобится, готовы через годик-другой выпустить и второе издание. Глядишь, к этому времени список почетных жителей Новосибирска пополнится новыми именами.